Привет, ребята! Видеоблог буквально на секунду. Хочу похвастаться тем, что вы знаете, что такое дартс? Ну, наверняка вы знаете, что такое дартс, да? Это игра в дротики. Вот такие дротики за дротики. Я буквально, наверное, полчаса назад вернулся от своего соседа, где мы с ним играли в дартс. У него тоже есть мишень, у него тоже есть дротики за дротики и все прочие дела. Мы, в общем, играли 501, как обычно, по правилам дартса. В общем, сосед купил дартс совсем недавно, буквально месяц назад, и возомнил себя королем дартс. И он сказал, что, блядь, я играю, я все охуенно сделаю, я все выиграю тебя, блядь, все дела. Но просто сосед не знал, что я играю в дартс уже больше 3 лет. Сосед просто не мог знать абсолютно. Он не мог этого знать, и я играю действительно в дартс больше 3 лет. И, в общем, я его в дартс вздул 3 раза подряд в лед, просто в хламище разодрал соседа своего. И он теперь мне, короче, должен 2,5 килограмма мандаринов. То есть мы играли с ним на мандаринке, но у него не хватило мандаринов. Мы на счет ставили мандарины новогодние, то есть у меня были мандарины, у него были мандарины. И у него, короче, не хватило. И не хватило столько, что приблизительно на вес около 2,5 килограмма выходит. То есть сосед мне в итоге должен около 2,5 килограмма мандаринов. Вообще это круто, это здорово и это супер. Теперь я запасен мандаринами, можно сказать, на длительное время. Ребята, играйте в дартс. Это вообще классная игра, которая позволяет запастись новогодними мандаринами. Или какой-нибудь еще хуйней, на которую вы можете сыграть дартс, там, не знаю, на какие-нибудь сигареты или еще на какую-нибудь хуйню. Играйте в дартс, чуваки, играйте в дартс.